Здорово, друзья! Сегодня у нас будет рубрика, которую придумал подписчик. Ну и сегодня мы задействуем еще одну идею, которую вот придумываете, можно сказать, вы. В основном это идея, которую вы пишете мне в ЛС, потому что большинство, конечно, идей, они странные, непонятные, ну и, наверное, не совсем интересные. Сегодня такова идея, возможно, такую же кто-то делал, но это предложил подписчик. Я ее себе выписал в Телеграме и просто отложил в такой вот ящичек, который сегодня мы с вами и открываем. И да, это не верстак, если что. Ну его тоже откроем. Ну что ж, сегодня мы идем подниматься с лута собаки до фулл 6, но самое интересное, что собака дает лут только лишь на 7 карте, то есть... Если мы пойдем на 5-ю, либо 3-ю карту, там, к сожалению, с собакой лут не падает. Хотя вот, ну почему? Почему он не падает? За них также дают энергию, они также, типа, ну, такие же собаки вроде. Ну вот как-то так устроено. Хотя, наверное, их там просто много, а тут мало, поэтому лут вот и придумали. Ну что ж, 7-я карта, соло режим. Таланты сейчас прокачаем на МКшку, ну и идем закрывать несколько собак и выберем одну из них, откуда лут будет получше. Ставим лайк, подписываемся на канал, также Telegram, ссылочка в описании. Там обновились сопровождения, что самое интересное, и поэтому можете заценить, зайти и посмотреть. Приятного аппетита тем, кто кушает, ну и лучшая поддержка — это просмотр ролика до конца. Полетели. Ищешь, где можно дешево и безопасно задонатить в PUBG? Я нашел лучший вариант, и это сайт FunPay. Здесь множество игр, и донатить можно куда угодно. Выбираем нашу с вами любимую игру, выбираем товар в этой игре, оплачиваем, даем свой ID, чтобы купить юсишки, и буквально через пару минут юси у вас на аккаунте. На минуточку, цены здесь дешевле, чем в самом PUBG, и товары продают реальные продавцы. Тратьте юсишки, приобретайте РПшку и наслаждайтесь игрой. Залетайте по ссылке в описании, покупайте и продавайте. Итак, я думаю, мы можем вот прям сразу же на полном серьезе, как бы, ну знаете... Не идти в радиацию, хотя, мне кажется, лучше бы это сделать с собаки в радиации. Эй, вы чё? А чё он такой, ну, нехороший? Я думаю, еще как повезло, потому что... Офигеть. Эй, слышу, иди. Тебя мы тоже доберем в любом случае. Потому что я не хочу, чтобы ты тут бегал, мешал. Ну и пойдем залутаем наших с вами собачек. Синенькая собачка. Ага, и вот это вот. Ух ты. Какой это плохой лут. Ага, погоди, а там будто бы больше, нет? Вот здесь вот лежит. Ну, не намного больше, ну как бы ФАМАС зеленый, либо же АСИ-32 зеленый. Ну, погнали. Вот так вот. Лут собаки мы с вами выбили, и как бы все. Миссия выполнена. Теперь мы с вами направляемся к выходу и уже идем подниматься с тем, то, что мы имеем. А мы имеем нож, пушку за 8000, вот можно продать ее, зеленую, и первый рюкзак. Я не знаю, ну типа, окей, идея хорошая, но достаточно тяжело будет, потому что где взять деньги на патроны? Ну как бы мы берем, получается, пушку и там 300 зеленых патрон. Больше ни на что у нас не хватит, поэтому придется подниматься вот таким вот образом. Ничего не говорите, вообще это было тупо. Я услышал, он просто крысил меня, получается. Ладно. Ну что ж, в целом тут все понятно. Выкладка у нас, как бы, ну, валюта доступна 1011. Все, мы с вами выкладываем, благо ничего не потеряли. Жалко, что не особо что-то вынесли. Ну и получается, сейчас мы с вами купим эту зеленую Аси. Потому что, ну, как бы не вынесли, бывает. Ну и остаток у нас это нож и первый рюкзак. На них мы сможем купить, ну, вот. Вот столько приблизительно. Мало? Ну, вообще, капец как мало. Но нужно попытаться в любом случае. Ставим, таланты перекачиваем, ну и желаем себе удачи. Потому что теперь начинается самое тяжелое. И зависеть будет много от чего. Везение, наш скилл, ну и вообще, ну в целом, да, короче, везение, просто везение, так что погнали. Так, ну что ж, со спавном нам, конечно, ну просто банально не повезло. Что будем делать? Будем пытаться в любом случае прийти к боссу, но, сами понимаете, у нас нет магазина, нам бы просто зеленый магазин, вот. Это все, что нам нужно для счастья, чтобы просто очень быстро закрыть босса. То есть даже зеленый магазин ускорит прям, ну, очень сильно этот процесс.
ну и сделает его как бы максимально безопасным. Ну вот, что я сейчас буду противопоставлять этому, я пока что не знаю. Если они голые, то, может быть, мы затащим. Но сомнения есть. Хотя вот этот вот голый, например, да? Угу. Погнали его заберем. Ну, вот так нормально. Я, по-моему, в скводы запустился, какой-то голый сольник. Ну ладно, жетон тоже важен. Я вас понял. Ну, это, конечно, проблема. Живем. Однако. Блин, повезло, что вот, знаете, молик очень слабый у босса. Ну вот реально. Ну иначе просто не выдержали бы. Такс. Что у нас там выпало? Пулемет? А, ладно. Аук так аук. Как бы нормально. Типа мы можем же эту пушку уже не особо-то и брать. А есть синий. Ну окей. Ну слушайте, уже как бы лучше. Типа даже если вот можно, ну как бы, наверное, вот это сделать. Но опять же, нам не хватает выкладки. Самое печальное. То есть как бы на третью карту мы зайдем. Но на седьмую вообще прям не пахнет даже этим. Но, как вы понимаете, давайте вот не будем сразу как бы, ну, вот это вот все пробегать. Просто выйдем. Мы сохранили то, что нужно. Учтем просто то, что мы потеряли. И это мы возьмем с собой. Чтобы, ну, у нас был какой-то вообще нормальный вариант на победу. Так, в любом случае, я думаю, будем играть с Аугом. Благо, что мы выбили жетоны. У нас там было, ну, куча такого всего дешевого, теперь мы можем хотя бы что-то более-менее такое нормальное купить. Так, ну тут как будто бы, вот, ну, не знаю, можно взять лазерку, но как будто бы вообще ничего не нужно было брать. Ну и самое интересное, что нам хватает на патроны. Вот это вот прям, ну такое, типа, знаете, вот прям вообще круто. Спасибо, как говорится, за жетончики. Ну и берем просто зелень побольше. И здравствуй, третья карта. Так, третья карта. Таланты. А, таланты у меня все нормально прокачаны. Третья карта, соло-режим, потому что в складах, ну, вряд ли вывезем. Ну, вот и с данной экипировкой полетели подниматься. Надеюсь, что сейчас все решим по-быстрому. Так, короче, что-то с перезарядкой пошло не то у нас тут это. Ой, все, жив. Как же это сложно, блин. Вообще просто реально очень сложно. Так, там никого нет, здесь непонятно. Можно попробовать пойти туда, возможно. Кто-то сейчас пойдет ко мне навстречу. О-о-о-о-о-о-о. Его сняли. Ой, блин, да ну нет. Он еще меня закрыть сейчас может. Ты что делаешь? Идиотизм какой-то. Офигеть, они сильные. Блин. Третья броня, что, вообще шутка, что ли? Я, блин, для чего вообще ее выбивал? Ну, блин, чтобы хоть как-то защищало. А тут вообще, знаете, у человека будто бы урон был ниже. То есть, типа, окей, он по мне стрелял, но там видели, сколько вот принесло урона? И сколько сейчас мне наваливает бот? Ну, типа, бот против игрока, ну, разница прям такая заметная. К тому же он вообще машина какая-то, что он творит? У меня теперь даже хп нет и хилок нет. Чисто, ну, на боте все потеряли. Вот как знал, что надо было брать бинты? Надеюсь, что тут в доме бот. Ну что ж, будем действовать, ну, что-то типа в крысу. По крайней мере, мы сейчас это уже пытаемся сделать. Ага, вижу бот, там вдалеке тоже бот куда-то бежит. Вот что-то они вообще наглые, капец. Эти боты нынче. Погоди, а чё они... Почему они мимо человека прошли вообще? Ладно. Обычно там нет ботов. Типа они снизу что ли были? Ну, будто бы да. Но теперь вообще ничего не ясно, типа... Куда идти? Это как бы... На входе. А здесь будто бы... На крыше. Так, тут вообще пофиг. Надо лутать. Ух ты, искал медь, нашел-то золото. Даже больше, чем золото. Хм.
Ну-ка. Да уж, конечно, у него подсумки, ну, как бы не так важно. Жалко, патрон не было нужных. Ну, пойдет. А че он переключал? Почему я это вообще слышал? Типа, разве это слышно? Мне казалось, что, типа, не должно быть слышно то, как ты, ну, типа, меняешь режим стрельбы с одиночного там на какой-то другой. Так, к нам опять кто-то идет, но мне-то уже чё? У меня как бы броня есть, брат. Ну, как бы я понимаю, что она может сломаться, эта броня. И вообще человека надо как-то закрыть, пока еще непонятно как. Все. Я спрашивал, как закрыть. Ну, как бы вот, задача выполнена. Теперь, короче, надо будет, судя по всему, просто валить босса. Надеюсь, что будет тихо теперь. Блин, он тоже броню нормально ломает. Окей, полетели за тобой. Блин, реально боты как будто бы мощнее, чем... Бау, ничего себе, минус броня, все. Я не хочу в это играть. Ну что это за бред? Ну что это за бред? Как же это все было красиво, но почему он попал? Лучше бы вот реально в голову попал, и то бы не шотнул бы, но вот настолько все тупо. На самом деле, жалко аук, по большей части, вот, скажу так. Ну и давайте мы, короче, теперь пойдем, судя по всему, с пулеметом. У нас вообще теперь нет никакого выбора, потому что другой пушки мы просто тупо не имеем. Хотя можно так-то и вот эту Аську вернуть. С другой стороны, но как будто бы, наверное, не надо. Пулемет в целом тоже подойдет. Ну и, судя по всему, будем играть с пулемета. Главное, что у нас есть уже броня, есть шлем. Дальше, я думаю, будет вообще легко. Осталось, по сути, рюкзак и все. Так что, блин, надо выбивать. Так, начинаем, конечно, мы прям в хорошем местечке. Ой, да я дожимайся ты, блин. Такс. Угу. Кстати, выпал очень редкий предмет. Я ненавижу вот эту штуку, типа, но если нажать, оно как-то фиксится. Только непонятно, неправильно? Ну да ладно. Не будем к этому придираться, если все работает, то все работает. Вот новый предмет. Просто останавливайте, читайте, я его уберу, потому что мне уже скидывали подписчики. Я в целом уже прочел и понимаю, что там. И, кстати, могу прокомментировать в целом это, там вообще немного непонятно, но это как будто бы обычно, это отсылка к новому обновлению. В новом обновлении, кстати, будет очень много всего, я уже видел, что будет в новом обновлении. Если сейчас будет нормальный вариант, я вам смогу все это показать. Короче, будет интересно вообще прям максимально. Здравствуй. Там прям добавляют новые пушки, ну и судя по Чего? А я как бы, ну, буду сейчас с МК играть. И вообще, пулемет, иди-ка ты куда подальше. Слушай. Он тут типа забрал, а мы забрали лут с типа. Вот это я понимаю. Места нет, правда, да? Сейчас освободим, чтобы забрать все, что нам нужно. Кстати, ничего себе, у него патрон было, пятерок, прям очень много. Давайте, наверное, будем играть все же с пулеметом. Конечно, М-ка выглядит прям, ну, очень так маняще, но
нам все же будет выгоднее просто гонять сейчас с МГшкой. У нас прокачаны таланты на что? Ого! Это, кстати, очень хорошая М-ка. Вот прям вообще хорошая. Вот это да. Вот это да. Кто бы мог подумать, что мы такое сможем найти? Ну, чел, ну... Минус броник чисто. Я понял. Лучше, короче, остаться файтиться с этим. Блин, слишком это, вообще не по таймингу. А вот так? Да иди-ка ты, блин. Да ну. Ладно, я даже не старался. Типа эту хаешку я кинул, ну даже без тайминга. Он все равно на ней подорвался. Ну, у него, конечно, хп было мало, но вроде как даже она залетела прям хорошо. Братцы. Блин, он вылечится сейчас, да? Что за тычка была? Ну что это за тычка была? Прям в лицо или нет? Это было не в лицо с одной или это две было? Что, блин? А что так легко? Он типа запинговал или как это было? Ну, типа я прям уверен был, сейчас выйду, зажму и тут резко прям пым, такой глухой звук. Ну, окей. Так, мы можем себе позволить прям сейчас много чего. Давайте попробуем... Нет, все же... Я хочу засейвить эмку. Так, у меня же кобра был, да? Вроде кобра. Прям хочу засейвить эмку. Так, 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 вот так. Я надеюсь, что мы сейчас зайдем и прям сразу выбьем что-то нужное. И погнали вот так вот. Я думаю, мы очень близки, вот прям надо 100% сейчас что-то выбить. Так, со спавном не повезло, надеюсь, что повезет, ну, хотя бы в бою на этом спавне. Ну, погнали. Ту-дум! Хотя, типа, пуля там вообще замедленного этого. Фига себе. А с чем он бил? Это типа какой-то ультра-нео-снайпер, типа, без хилок, с одной обоймой или что это было? Ну, короче, вы сами видели. Один жетон чисто упал, вообще больше ничего не было. Короче, вот такой вот типочек. Ну что ж, поехали рубить игроков. Нам нужен этот чертов рюкзак, просто нужен. Надеюсь, что мы сейчас с вами его все же выбьем. Мы уже слышим игрока, кстати, это не бот топает. Прыгает вот здесь. О, я так испугался, вы не представляете. Ну просто реально. Я думал, он за стеной. Я прям ужасно верил. То, что он будет за стеной. Ну, слушай, а что у тебя броня какая интересная была? Пятая, что ли? Что-то мы прям быстро его... Я просто от страха нажал на выстрел и как бы, ну, что-то прям влетело отлично. Погоди, что? Показалось или... Или нет? Там частенько просто позицию занимают. У нас есть МКшка как бы для дальнего боя. Ну, в целом, неплохо же. Но людей что-то нету. Блин, он голый вообще был. Я думал, это фулл 6. Ну, хорошо, как бы, братишка. Спасибо за кэшбэк гранатами. Ну, вот так вот бывает, так сложилось. Ну что ж, теперь нам нужно что-то делать, куда-то идти. Наверное, можно забрать босса. Чё? Где босс? Чего? А где босс-то? Здравствуйте, собаки. Мы, кстати, от вас поднимались. Неужели, типа... А, вот он. О! И не подобрать, понимаете? Главное, не нажимается больше обратно. Окей, я только сейчас понял, что у меня рюкзак-то третий. В общем, вроде четвертый выбивали. Ну ладно. Давай пока вот так. Все остальное, думаю, сейчас порешаем. Опять же, конечно, идти по воде. Ну, себе дороже, возможно. Там такие тайминги нехорошие бывают, прямо вообще попадаются. Но здесь вроде пока что ловить больше нечего. Кстати, у нас выход на воде, поэтому если сейчас... На воде мы заберем какого-нибудь сладенького типочка. О, в принципе, можно будет уже и завершить ролик. Но пока тишина. Конечно, бывает, что на воде вообще никого нет. А бывает, что там прям, ну, всякое бывает, короче. Блин, вот заходить тоже, конечно, вопрос спорный. Потому что, ну, тайминг как бы не угадаешь. Может быть, ты в спину кому зайдешь, а может быть, наоборот, тебе в спину зайдут. Поэтому угадать как бы, ну, можно и не пробовать. Так, сейчас, короче, дымы раскидаем. Если не крысанут, но... На минуточку я не стрелял. Я не произвел ни одного выстрела вообще.
То есть, если сейчас кто-то ждет, то, ну, это действительно крыса. Ну, кстати, хорошо. Не пострелял, никого и нет вроде. Так-с. Пойдем тогда куда-нибудь сюда. Наверное, в сторону босса сразу же. Да, их двое. От чего, откуда? Да я с такими попаданиями, ребята, ну это вообще бред, типа... Вообще бред. Три головы попал, три головы, брат, ты что делаешь? Как это возможно было сейчас вот в этой ситуации? Три головы, что? Я вообще не понимаю, ну, блин, это как будто бы ненормально сейчас было, ну вот прям совсем. Типа я вроде бегу, ну, там выжить-то, не знаю, легко было, но нет, три головы. И сняли броню. Теперь нам нужна еще и броня, помимо рюкзака. Так что вот теперь уже начинаются, видимо, проблемы. Но три головы. Безумие. Так, спаун более-менее хороший. Нам повезло то, что сейчас мы сможем выбить хотя бы четвертую броню. Давай, раз, два, три. Не угадал. А может быть и пятую дай? Угу. Ну, как бы пойдет. Правда, сейчас я не знаю, что мы будем делать, но хотя бы нас теперь не шотнут в тело. То есть здесь уже как бы наблюдается естественный такой плюсик. Так, и здесь, наверное, лучше зачищать сразу же края, а не бежать куда-то, сломя голову на радик, например. Здесь тоже есть спам в любом случае. Если сейчас мы разберемся с кем-нибудь здесь, может быть, что-то даже упадет. У него нет шлема, да, но я не знаю, как так получилось. Пипец. Спасибо, четвертая броня, как бы две тычки, те самые. Она танканула, но получилось обидно то, что нам ничего не упало. И то, что по голове не попал, тоже обидно, но в целом выжили, да и выжили, уже чего уж жаловаться. Так-с, ну что ж, теперь надо тоже куда-то двигаться, потому что люди не дремлют. Мы как бы тоже. Кстати, ему что-то красное упало, он ведь все и запихал, а то успел. Так-с, где бы найти людей? Опять же, нам нужна теперь и броня, и рюкзак. Я вроде могу сходить пофармить метровалюты, но сами понимаете, что метровалюты как бы, ну, немного не то. Поэтому давайте найдем человека и вот прям возьмем и выбьем броню и рюкзак с одного человека. Надеюсь, что повезет. Так, ну тут будто бы вообще тишина, бот стоит. Интересно, босс есть? Как будто бы нет. Либо он не зарезался, ну, как бы еще просто не успел прогрузить, либо его там нет. Так, ну тогда идем дальше. Я в шоке, как вот как мы не столкнулись с ним? Что за тайминг вообще? Кстати, мы бежали в одну сторону, примерно вместе. Пули, кстати, в меня пролетают. Ну, как бы, окей. Кстати, я не знаю, в кого я попал там, но, типа, нормально. Я прям старался в этот баг попасть, честно скажу, но вообще не регнуло ни разу, походу. Да иди ты просто, ну чё тебе надо там? Гоу. Чё, два шлема по броню нельзя было дать? О, иди отсюда. Капец. Ну, как бы и повезло с одной стороны, и вроде даже не повезло. Не знаю, есть ли смысл сейвить что-то, или же пойти кого-то найти. Ну, как будто вот с пятой броней точно нужно идти кого-то искать. Блин, да ну и там, и там. Только хаешек вот нет, жалко. Блин, ну сейчас вот этот чел может в радиацию спокойно уйти. Он кому-то стреляет, кстати. Окей, погнали. Я надеюсь, что он меня не видел. Он в мою сторону смотрел. Я понял, чел с эмкой закрыл типа с эмкашкой. Ну, понятно. Хорош. Пингует или что это? А броня будет, интересно, у тебя или нет? Давай, красный. Красный. Броня? Броня ведь? Поздравляю, друзья. Только нам теперь надо бежать на того типа. Ладно. Броня, кстати, ну, в целом выдержит, потому что в этот раз у нас не два подсумка, как это было до этого. В целом нормально, но... Где же он? Выход, кстати, очень далеко. Прям, ну, очень опасно. Максимально. Здравствуй. Здравствуй, друг мой.
Приветик. Ну, кстати, вылечиться успел. Не, ну он пытался. Чё? Чё, так можно было, что ли? Ну, я как бы, типа, ну... Ё-моё, тут кто-то где-то шарахается, я не понимаю, где. Но я вас уверяю, тут кто-то есть. Но нам надо на выход, вот теперь точно. Я не понимаю, кстати, почему-то многие играют с тройкой. Раньше как бы либо шестерка, либо коллиматор. Сейчас вот с тройкой мы дважды выбиваем МК. Но это не фуловый челик был, какой-то такой, типа... Золотой зато, да? Ну, блин, золото такое, типа, но будто бы... Оно нам нужно, знаете? Оно нам нужно. Так, сайга. Ну же. Я не так хотел положить, я не знаю, что, но оно само что-то решает, как положиться. Ты чё, игра? Так не надо, я вообще-то хочу сам тут все намутить. Все, теперь на выход. Ну, фул 6, ну как бы, даже больше тут есть. Даже золотая М-ка у нас там до сих пор осталась, причем на бронебойную пулю и облегченный магазин, если я точно помню. Причем М-ка вышка. Короче, это даже больше, чем нужно. Всегда бы так сыпало, да, вот? Легко бы было, согласитесь. Типочка закрыл, бац, 3 шмотки. Типочка закрыл, бац, 3 шмотки, и все. Да и не то, чтобы у них жетонов много было, то есть они буквально одного закрыли там или двух, и что-то уже упало. А я закрыл его, и там еще что-то лишнее упало, так что получается как-то так. Ну что ж, друзья, на этом мы с вами будем прощаться, потому что, ну, тут уж мы 100% добежим. Надеюсь. Не забывайте ставить лайк. Спасибо, что посмотрели ролик до конца. Ну и самое главное, это Телеграм. Там вообще все новости, лайв-контент. Короче, все-все-все. Поэтому обязательно туда залетайте. Там найдете навигацию и без проблем сможете найти все, что угодно. Поэтому увидимся завтра в новом видео. 5 киллов, 2 миллиона, куча шлемов, золотые пушки, золотые лучи. Короче, мы теперь стали действительно побогаче. Пока!